Работа над бюджетом 2016 года продолжается и в нашем округе. Теперь к рассмотрению параметров казны субъекта могут подключиться и жители. Проект главного финансового документа опубликовали на официальных сайтах собрания депутатов и администрации Ненецкого округа. Уже сейчас понятно, что бюджет будет непростым. Как отметил председатель собрания депутатов Анатолий Мяндин, основной финансовый документ, по которому округ будет жить весь следующий год, можно назвать напряженным. Половина доходной части окружного бюджета напрямую связана с ценой барреля нефти и курсом доллара. Пока исходим из того, что цена на нефть будет около 50 долларов за баррель. По этой же причине бюджет будет однолетним. Основной смысл такого решения – минимизировать риск ошибок при планировании. Рассматривать столь отдаленную перспективу, как 3 года в нынешних реалиях, неразумно, пояснил спикер Анатолий Мяндин. Спикер парламента также обратил внимание на то, что бюджет следующего года потребует от всех очень экономного, эффективного расходования средств. Однако, несмотря на все сложности, окружной бюджет сохранит свою социальную направленность. Около 10 миллиардов рублей планируется потратить на образование и здравоохранение. Публичные слушания по проекту закона о бюджете НАО на 2016 год пройдут 18 ноября в 17:00 в актовом зале администрации НАО. Ознакомиться с документом можно на официальных сайтах собрания депутатов и администрации или в сегодняшнем выпуске газеты «Нарьяна Виндер». Замечания и предложения по проекту окружного бюджета могут направляться в собрание депутатов до 17 ноября.